Друзья-подписчики, сейчас едем на концерт. Ну, погнали. Короче, наблюдаем. Парку. Тут серьезно движуха. 3 гривни найдя, будь ласка, давай. Я спробую. Это же вальс. Сейчас классика. Раз, два, три. Вальс, дай. Вот этого Пономаря, вот это народник. А вот, спасибо. Сейчас, короче, колесим по парку. Баян пропал, стало скучновато. Вот так вот. Сейчас едем, короче, с парка. Только что были на концерте. И едем готовиться к Дизе. К нам приезжает сегодня Дизе. И 8 часов будет продолжение движухи. Походу плохо мужику. Или он набухался на день бучи, я не знаю. Все будем смотреть. Бать, тебе нормально? Бать, тебе нормально? Все хорошо? Передаю привет от конного клуба Царская, город Буча, Афган Самойлин. Ссылка будет в описании. Все, удачи. И тебе. Дорогие друзья, подписчики, сейчас, короче, идем в концерт Дизи в Бучу. Намечается очень серьезный движ. Сейчас будет фан-встреча с фанатами. С охраной новую заново. Люди пришли. Кому понравится жить в Буче? Нет!
Дорогие друзья, подписчики, мы нашли Джидзю, он сейчас стоит в пробке. Сейчас Кадиллак сидит в пробке. Вот нашел, вот Джидзю. Подписчики, это Джидзю. Чувак, підійшов до мене і каже, що я до нього підписався. На канал Богдан Самойленко. Та Бодя якийсь пауків, все. Бодя, бось, хорош. Зараз біжимо, короче, з дітьми. Красота-то какая, лепота. Дорогие друзья, подписчики, я сейчас на аквариусе смотрю концерт Джидзю, это хуй. Нет, будет приехал.
Слазим, да? Да. А точно приехали или дела не тут? Так они сюда лезут прям? Да мне сказали, если сейчас не послушают, сказали. Блэкстар, вот так, вот так, сейчас. Тимати. Березня. На самом деле.